А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Так где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что мы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. О, конечно, точно так. Разве я похож на того, кто может запугать присяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поверьте мне, я пытался. Послушай, либо так, либо кузен Форелли Джорджа получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно, помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет, я пробовал. Суд плохо разбирает дело, они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Идиот! Ой, лопо! Watch it! He's like, okay. Осторожен. Я не могу в это поверить. Ты же знаешь, он невиновен. Saving money so that you don't have to. When we spend less money on services, more goes to administration salaries and expenses, which helps make lives a lot less difficult for everybody. It's about sharing. Sharing your taxes out amongst us like you. That's why I... Привет, Томми, это Сони. Как загар? Я не загорал. Ладно, ты так и не отдал мне деньги, и я спрашиваю себя. Чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят?
Ищу деньги, Сони, не беспокойся. А я не беспокоюсь, Сони, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Tell the police about this. Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Еще для вас работа с практическим доходом. Следующее задание под телефоном. Stay away from me, player. And gems, stones to heal the soul. Take the crystal and then the moon is enchanted, and the candles have been blown.